Теперь то, что касается смешанной системы и так далее. Нет такого проекта. Я за сохранение нынешней системы, которая есть сейчас, партийной. Я буду продвигать идею, чтобы 50% избирали по партийным спискам, 50% люди избирали напрямую. Граждане Молдовы, я об этом говорил, должны наконец-то осознать, что появились политики, кто держит слово. Вот то, что мы сказали, мы это слово будем держать.